В микрорайоне Зенина на улице Каштановая приступили к строительству Центра общественной безопасности. Появление этого объекта – значимое событие для жителей нового микрорайона. Каким будет будущее отделение полиции, расскажем в нашем следующем сюжете. В настоящее время идет подготовка строительной площадки. Уже установили ограждение, вынесли кабельные линии, приступают к разработке котлована. Результатом проведенных работ станет двухэтажное здание, в котором разместятся муниципальное отделение полиции, КПП, вольер для собак и служебные здания. В этом микрорайоне, в этой локации никогда не было стационарного отдела. Мы работали вместе с управлением внутренних дел Люберецкое, лично с Евгением Алексеевичем Романцевым, согласовывали место, согласовывали техническое задание, что необходимо для качественного проработки проекта, для того, чтобы этот отдел в себя включал все необходимое в соответствии со всеми требованиями Министерства внутренних дел. В новом отделении полиции трудоустроят более 60 сотрудников МВД. В здании будут располагаться кабинеты экспертов, кинологов, участковых, следователей, а также комнаты хранения, три камеры для задержанных и зал оперативных совещаний. Это будет, будем говорить, если исторически характеризовать, то первое здание полиции, не считая Люберецкое управление внутренних дел, которое было построено в 1975 году, полицейское учреждение с новыми кабинетами, с новыми веяниями и с новыми задачами по борьбе с преступностью. Когда мы видим сегодняшние условия работы полиции, естественно, мы сравниваем с теми условиями, в которых приходилось нам работать и в которых работают сегодня. Великолепный проект, мы ознакомились с ним. И условия, конечно, очень хорошие для сотрудников, кто здесь будет работать. На строительство Центра общественной безопасности понадобится чуть больше года. Уже в начале 2025-го новое отделение полиции распахнет свои двери. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.